Радио 54. Две, наверное, основных разновидности можно, ну, кроме турецкого, да, вот есть. Еще турецкий? Ну, который, я имею в виду, с аниматорами. С аниматорами, которые в отелях, да. А, это да, это веселый дарт. Есть дарт с, скажем так, стил-тип, да, с остальными иголками, вот как у меня представлены. И есть электронный дарт. Там, в принципе, все то же самое. Нет, там иголки пластиковые и мишени немножко другие. То есть там в мишени фиксируется попадание электронным образом, и, соответственно, мишень сама считает. То есть она не втыкается, просто попадает. Нет, почему он втыкается, там есть такие как бы специальные. А если дротик упал, то считается, нет, куда-то. Там как раз считается. То есть у нас вот если упал, то не считается. В таком, как бы, в классическом виде. Он если выпал, то очки не засчитываются. А там он бывает, даже там иногда есть хитрости, загибают иголку, она туда как бы влетает и отскакивает обратно. То есть он там не мешает другому дротику воткнуться, а очки уже он заработал. Круто. То есть на магнитиках это только для детишек, да? На магнитиках, на липучках бывают шарики, да? Да-да-да. Для детишек. Это детям, да. Класс. А что важнее, вот, ну, для вас, допустим, в самой игре? Это зрение, меткость, да, или вот именно, чтобы сильная рука была? Да, да, руку качаете? Я считаю все-таки, что важнее психологическая составляющая. То есть настрой, да? Да. И бывает, что дротиками не своими, ну, иногда мы играем там где-нибудь, уехали куда-нибудь в командировку, раз там, оп, давай сыграем с кем-нибудь случайно. И может быть даже не свои дротики, там много чего может быть, и результат хороший. И бывает наоборот, и тренируешься, и в хорошей форме, и свои дротики, а результат не очень. Ну, все зависит от настроения. Оказывается, на у каждого спортсмена, уважающего себя, есть свои личные дротики. Вот Антон принес сегодня в чехле красиво. И не один комплект обычно. И не один комплект даже. А их затачивать надо, нет? Ну, можно затачивать, конечно, можно иголки менять, там это не очень трудно. Есть иголки, приспособление по замене. Какой, да, они же богатый мир в этом спорте. Да? Ну, есть, да, вот как раз два варианта сейчас, если хотите посмотреть. Есть вариант, где иголки зафиксированы. Да, мы видео записываем, можно будет посмотреть потом в нашей группе ВКонтакте Радио 54. Есть вариант, где иголки можно выкрутить. Это вот как раз дротики, которые для электронной. Для электронного. Это которые выкручиваются, да? Это для, да, электронного. Можно вот сюда вкрутить пластмассовую, можно воткнуть металлическую. А, то есть можно менять, ну понятно. А да, каким удобней? В смысле пластмассовым? Да. А это зависит. На что это влияет? Да нет, это не влияет. По весу они разные. Ну, по весу там не сильная разница. Пластиковые иголки используются для электронной игры, а металлические для классической. А вы в электронной играли, дарт? Нет, кстати, вот что-то. У нас есть у нескольких человек, но мы что-то пока еще и не играем. Антон за эфиром рассказал, что надо как можно меньше задействовать силы мышц, да? Ну да, чем меньше групп мышц задействовано, тем, соответственно, то меньше шансов ошибиться. Легче, да? Рука должна идти, да? Еще, Антон, будут соревнования с 8 по 10 марта в СК «Темп». Это будет чемпионат Сибирского федерального округа. Вообще, чем различаются соревнования, кроме как вот, ну, понятно, что есть чемпионат России, это чемпионат всей страны. А вот есть там Сибирского федерального округа, открыть чемпионат Новосибирской области. И вот, кроме географии участников, какие-то есть различия в проведении именно в процессе? В очках как-то, не знаю. Ну, в очках нет. Рейтинговых мест больше. Ну, в смысле, без отбора, как вот мы обсуждали, да, поехать на чемпионат России. Mm-hmm. То есть с федерального округа могут поехать 6 мужчин, 6 лучших спортсменов в личном разряде среди мужчин. Одна команда поедет. Насчет пар не помню, ну, там тоже какие-то квоты есть. По географии основное развитие. К нам на чемпионат области могут приезжать люди со всей страны. То есть у нас вот были гости с Урала, из разных регионов даже Урала. А на федеральном округе могут участвовать только жители Сибири. Mm-hmm. Только представители вот 10 субъектов, которые у нас есть. Только оттуда. Наша команда готова уже к чемпионату в марте? Конечно, мы давно, мы всегда готовы. Осенью мы проводили кубок в области, и один из наших гостей из Норильска, Сергей, ехал к нам не из Норильска, а ехал из Сочи, летел. И перед тем, как лететь, позвонил, говорит, давай лавровые венки победителям сделаем. Ну, то есть лавровый лист, венки, я представил себе вот это вот так вот на голове, такой да-да-да, ободочек. Давай, конечно, прикольно. В итоге венки оказались примерно 1.5 метра в окружности, на шею. А, на шею. Такая кипа лавровых листьев. Ну, было на самом деле очень интересно. Это выглядело больше как, я там представлял это как в Греции, да, примерно. Да-да-да. Выглядело примерно как на Гавайях, но тоже здорово. И вот нам вспоминали в том числе как раз из Зеленогорска спортсмены, что у них теперь запасов, во-первых, лаврового листа надолго хватает, что по вкусу другой и атмосфера. Ну, в общем, интересно было. Настоящий победитель. Что-то будет лавров на федеральном вот округе. Вот пельмени победителя, да. А где лаврушка? А вот там у меня венок висит. Там, да. Среди кубков и медалей, да. Возьми, пожалуйста, отщипни кусочек моего успеха. Твой дом, твоя область.
Новосибирск 106.2 FM.